смотри, чтобы тебя не толкнули. Быстрее. Маша, это поезд без машиниста. Это мы в нем купались, да? Да. Пойдем посмотришь, что в такой красивый потолок, там просто погуляет, да? Славик, Славик, я не расслышал, что ты сказал. Я говорю, если хочешь куда-то попасть, даже в туалет, нужно прийти через казино. Ты что, аэропорт там, что ли, а? Это бега, это спортивный, это там ты делаешь на спортивные соревнования. Вот на тех табло, да? Да. Гольф, на бега, на футбол, на хоккей, на что хочешь. Делаешь так. Что, ждать? Красота. Неплохо.